Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть с вами в болотную атаку. И у нас 9-я миссия. Но для начала мы посмотрим. А смотреть-то тут и нечего, мы с вами все закупились, да? В последней серии. Поэтому вперед из песни, 9-я миссия. Я готов, я созрел. Я просто весь вооружен и опасен. Внеземной апокалипсис. Даже вот так вот. Ну и что, что вы меня этим напугать решили? Вот этими вот охламонами? Хе-хе-хе. Всех уничтожим. Так, секунду. Давай вот так сделаем. Никто, как говорится, мимо не пройдет. Даже не пролетит. Не то, что не пройдет, не проползет и не проплывет. Кстати, давненько мы с вами не видели, знаете кого? Пираний. А лучше бы их еще столько же не видеть. Так, уйди отсюда. Ты мне не нравишься, ты меня бесишь. Так, секунду. Слушай, аккумулятор почему-то уже не особо хорошо заходит. Вы заметили, да? Может быть, у них просто иммунитет к электричеству? Может быть, это мои предположения, опять же. Да что ж такое, их слишком много. Не зря этот профессор заключал сделку. Именно вот с этими охламонами фиолетовыми, да-да. Эти слизнюки, у которых внутри консервные банки, колеса, гаечные ключи, шурупчики и болтики. Что это, ребят, что это такое? О-оу. В первый раз, ребят, я вижу, чтобы вот так вот залагала игра. До этого не было таких вот проблем у меня. Вот серьезно вам говорю. Что такое? Ребят, это, по-моему, заговор пришельцев, мне кажется, был сейчас только что. Ёлки-палки, это... А чё вас так много-то? Эй! Ой, как много вас! Ёлки-палки, ты посмотри! Это что, может быть, игра, ребята, глюканула? Да что ж такое... Тихо, не надо буянить. Ребят, наверное, просто игра глюканула и выдала прям все волны сразу, которые должны были быть. Отправила на меня, все. Но я справился. Так, отлично, 27 тысяч у нас денег. Кстати, мы с вами ничего не потратили, кроме одной энергии. Я хотел, знаете что, посмотреть, сколько у нас нужно денег для улучшения той же самой бочки, бензобочки. Ага, 30 тысяч. В принципе, ребят, я думаю, что мы... После следующего этапа с вами накопим. Тем более здесь у нас уровень халявы. Почему уровень халявы? Потому что здесь мы не тратим с вами боеприпасы, а наоборот только приумножаем. Вторжение. Вторжение, значит, все, я понял. Что-то опять там кряхтят, бубнят про себя. Так, секунду. Дай мне бонус какой-нибудь. Дождик, ну хотя бы дождик. Оу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пушки вот эти надо уничтожать, ребята, обязательно. Так, тарелка, что там у тебя? Бомба вонючка, хорошо, пригодится. Дед, что-то ты как-то раскис совсем, дедуля. Давай, бомби. Фух, справились. Опять. Три штуки аж, ну-ка. Сможем их подбить? А я не понял, бомба вонючка на них не распространяется? Получается так? Ну тогда давай так вот жарить. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень мало энергии у меня осталось. Жизненной энергии на моем домике очень мало. Ну, я даже не знаю. Я как-то попробую, постараюсь. По-моему, ничего у нас здесь, ребят, не выйдет с вами. Слишком их много здесь. Я не успеваю. Дед тоже мне здесь не особо хорошо помогает. И... Так, бомба вонючка здесь, по-моему, нам не нужна. Есть смысл, знаете, что сделать? Поменять немножко бонусы. Как вы думаете, есть смысл поменять немножко бонусов или нет? Давай посмотрим. Так, это нам бомба вонючка. Так, пчелиный улей. Да я даже и не знаю, если честно. Хм, аккумулятор. Аккумулятор, конечно, хорошо. Я не вижу альтернативы. Просто не вижу. Знак стоп. В общем, вся фишка в чем заключается? Что вот эти вот лазерные установки, которые появляются, да? Новая, сильнейшая разработка профессора. Вот она мне вредит. Она очень много дамага. Смотрите, ребята, опять какие-то подлагивания. Смотрите. Что с игрой? Что происходит? Кто мне объяснит, а? Да ну, с таким нахрапом, я не знаю, ребят.
Ты посмотри, что происходит. У меня же патроны не бесконечные, я же не могу постоянно здесь стрелять. Если бы у меня такое было. Хотя я могу, знаете, что сделать? Потратить перчик. Только так, если. Так, комары. Вот эту установку нужно. Я трачу, ребят. Я трачу перчик. Я его потратил хоть? Ничего я не потратил. Совсем ничего, ну и ладно. Я нажал на него, но не потратил. Вот ты что, специально там летаешь, что ли, за этим? Я чтоб тебя не видел. Фух. Ребят, отбиваюсь как могу. Я стараюсь. Дождик запускаем сразу же. Сразу же говорю, дождик. Ох ты. Дед, держись там. Прикрывай с тыла. Русские, блин, не сдаются. И никогда не сдавались, и сдаваться не будут. Фух. Прошли, ребят, прошли мы все-таки с вами. Меня расстроило только лишь одно, что мы с вами просто-напросто выкинули на помойку одну энергию. Она у нас на вес золота. Ну что, давайте улучшать с вами оборону, говорю. Оборону. Вот она. Бочка, бензобочка улучшена. И, по-моему, все у нас по максималке. Тетя Клава улучшена, сосед Вася улучшен, все улучшено. Остается только лишь, ребят, прокачивать нам боеприпасы. Секундочку, здесь все по максималке. Да, будем с вами прокачивать боезапасы. Бомба-вонючка у нас по максималке. Улей еще есть куда улучшать. Угу. Кислотный дождь, кстати, тоже есть куда улучшать. Так что вот этим, пожалуй, мы с вами и займемся. Ну что, поехали. У нас открывается дополнительный уровень сложности. Замечательно. И у нас 11 уровень. Поехали. 11 уровень. Тут, ребята, разыгрывается рояль. Злое пианино называется миссия. Так. Вот это другой разговор. Когда я, ребят, могу применять свои бонусы, вот это шикарно. А когда без них, это очень плохо. Дай-ка я улей брошу. Ну куда вы, бобрики, куда вы прете-то? Отбились. А мне нравится, как эти усы там выглядят, такая, знаете, летают. Они что, делиться могут еще? Они могут делиться по ходу дела. Не только определенного врага жарить, но и вообще всех. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, бобрики. Аккумулятор бросим еще один. Ну если что, купим с вами эти бонусы. Боеприпасы, боекомплекты. А пока будем отбиваться. Пол волны уже прошло. Надо дождик, наверное, вызвать. Нам достается бесплатно улей. Ну, иди. Так, нормуль. Что дальше? А дальше все по старой схеме. Давай еще один аккумулятор бросим. Вот они, москитики. Москитол. Жалко, здесь нет, ребят, москитола. Я бы его на стенку здесь повесил бы, на домик бы, и ни один комарик бы к нам не подлетел. Так, секунду. Я сказал, секунду. А почему я так бонусы-то все растратил? Что-то как-то даже сам не заметил. Бросаю ими, бросаю. Надо было поэкономнее как-то, но... А знаете почему, ребят? Потому что я совсем забыл, что у меня есть другой вид оружия. Я все время со своего этого двухстволки бомблю. У меня же есть и арбалет все-таки, и косморужье. Вот поэтому я и трачу бонусы, да. Привык, как говорится, к этой, к оборонке. Да, ребят, вот нам достается два пианино в придачу. Но они нам не нужны, потому что в свое время мы за деньги купили его. По деньгам у нас 43 тысячи, поэтому я, как и обещал, будем с вами улучшать. Кислотный дождь давайте прокачаем по максимуму. Ага, не хватит, да, нам все-таки, да, 24 тысячи нужно на улей. Или же все-таки нам, ребята, накопить на ядерную бомбу? Вы мне напишите в комментах. А я знаю уже практически ваши ответы. Конечно, Рэй, копи, это классная вещь, имба. Но все равно напишите. Может быть, кто-то против будет. Ну что же, у нас 12 уровень. Погоди-ка, 12 уровень. Мне же нужно прикупить. Да-да-да. Свои боеприпасы. И причем... Притом у нас с вами вообще...
Все закончилось. Погоди секунду. А я вот это не хотел. Мне не надо никакого рояля. Дай мне бомбу-вонючку мою. И аккумуляторы тоже нам нужно с вами прикупить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек, да? Плюс у нас ульев нету. Ульи стоят 1000. И кислотный дождь. Подожди, кислотный дождь у нас где-то с вами вот здесь находится. 2. Вот так-то будет лучше. Погнали. 12 уровень у нас. Кстати, на 13-м что-то откроется. Я уже хочу посмотреть, что. Ну-ка, стражи болота. Стражи болота, я понял. Так, вот это вот надо уничтожать, ребят, в первую очередь. Арбалет. Упс, упс. Разнесли. Они просто, ребята, врезаются, да, об воду и уничтожаются, потому что это комарики. С элементарным уроном. Все-таки выплюнул, а? Давай вот так вот бомбить. Так, бросаем аккумулятор. Самое удивительное, да, смотрите, что в воде находится не только енот, но и, извините меня, и дед Вася, и бабка. Они что там, в герметичных этих костюмах, что ли, в прорезиненных сидят, что молнии их не бомбят? Немножко как-то несправедливо. Или здесь такие молнии специально, которые действуют только на букашек, на пришельцев и так далее? Нет, немножко логики в этом, да? Несмотря на то, что это игра. Поехали. Какие-то они живучие против ульев. Так, секунду, секунду, не надо тут буянить мне. Кислотный дождь вызовем. Я заметил, с каждым уровнем становится все сложнее и сложнее. Так, светлячок. Вот что мне нравится. Эй, 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 тихонько, тихонько, не надо, не надо вот так вот делать. Впредь больше, чтобы я такого не видел от вас. Выпендрежа. Молодец, дед. И все, так быстро? Так, денег все равно еще маловато. Не хватит нам, но зато я могу затариться чуть-чуть. Без затарки я никуда не буду, ребят, идти. Даже носу, как говорится, на улицу показывать. Давай 10 возьмем. 10 бомб-вонючек. Так, кислотный дождь надо тоже, наверное, прикупить. Кислотный дождик. Тоже десяточку. А, не хватает нам. Ну и ладно. Погоди-ка, я боеприпасы-то... Опять? Ну, как всегда, ребят. Ну ладно, в принципе, здесь у нас потрачены только болты для арбалета, а космо-ружье еще пока целое. Ну что, 13 уровень, и заодно мы посмотрим, что же. Можно посмотреть, что нам откроется? Нет, нельзя. Сразу начинается уровень. Медведь! Ох, медведь! Неужели нам дадут медведя, ребят? Блин, а я деньги потратил. Вот олух, а. Ладно, посмотрим, что там за медведь. И что он вообще делает? Так, ящики ползут. Арбалет дали. Кто тут у нас? Ну, пока я вижу одних крокодилов. Это не страшно. Крокодил для меня это не страшно. Еноты, в принципе, ребят, тоже не страшны. Баба Клава с ними разбирается. Зачетно. Мне так показалось, что эта установка из пасти слизняка вылезла. Так было выглядеть. Ну, по крайней мере, так смотрелось. Так, хорошо. Давай аккуму же бросим. Вот аккумулятор не очень хорошо работает против вот этих слизней. Вы заметили, да? Он урон, смотрите, минимальный наносит. То есть из ружбайки по ним выгоднее стрелять. Так будет покритичнее. Секунду. Так, разносим. А, ребят, волна уже практически все на исходе. Смотрите сами, там осталось совсем чуть-чуть. Главное, что мы с вами зарабатываем деньги. Вон, 1712 уже монет. Так, секунду, давай вот так сделаем. Ну куда вы, куда вы, куда вы разогнались-то, эй! Котерочки мои. И, да, ребята, разблокирован медведь. Ну а что у него с глазами-то? Глаза в кучу с коктейлем Молотова, я так понимаю, он, да? В общем, надо смотреть. Где у нас медведь? Покажите мне, пожалуйста. Медведь купить за 10 тысяч, конечно, покупаю. И сразу улучшаю. И почитаем.
Пришло подкрепление из внешних болот с когтями и коктейлем Молотова. С когтями, то есть он может еще, наверное, в ближнем бою драться? Или это я уже сам себе напридумывал, а? Используется. Ах, тут вот оно что. Либо дед, либо медведь. А я могу бабу Клаву убрать? И вот, подожди, вот так вот сделать. Слушай, мне кажется, что лучше пускай будет вот так вот. Баба Клава, она слаба в ближнем бою. В общем, надо проверять. Пока ничего не буду утверждать. 14-я миссия у нас. Поехали, ребятули. Поехали. Так, злая игра. Так, погоди. Действительно, злая игра. Чё так быстро-то? Чё так сразу-то? Успокойтесь, сказал вам. Медведь, ты что-нибудь там делаешь? Я просто не успеваю, ребят, посмотреть. Он что-нибудь делает или нет? Он хоть бросает свой коктейль Молотова? Или сидит там на расслабоне? Давай. Не могу понять, он что-нибудь делает? Да, он бросает, но не так часто. Ладно, давай глянем, что дальше будет. Да ё просоте. Давай так вот будем пробивать. Ну, медведь, бросай. Бросает, но медленно. Медленно у него это, ребят, происходит все дело. Тоже напишите свое мнение про медведя. Что лучше, медведь, баба Клава или дед? Мне вот лично нужно обязательно ваше мнение. Вот именно по этим персонажам. Потому что я как-то даже в растерянности. Так, хорошо. Мне бы узнать, дед в ближнем бою... Ой, дед, медведь в ближнем бою может что-то делать или нет? Если он может бомбить, то, конечно, он тогда будет лучше бабы Клавы. Если же нет, фиг тогда знает. Так, хорош. Все, прошли мы с вами эту волну. Да, по энергии у нас, конечно, немного. Сколько там? 45 секунд. Я думаю, что мы с вами подождем. Еще один уровень должны с вами пройти. Я хотел посмотреть, сколько у нас до босса остается. Если мы сейчас с вами пройдем вот этот вот уровень, в чем я немножко сомневаюсь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, и на девятом будет он уже он. То есть это получается, ребят, нам придется еще ждать 2 серии как минимум, да? Но мы можем с вами, знаете, что сделать? Дойти, так, нам у нас 1, 2, 3, 6 энергии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот до 18 уровня дойти. Если только смотреть рекламу, я не знаю. 3 секунды, сейчас, ребята, энергия восстановится. Все, поехали. 15-я миссия, будем с вами проходить халявный уровень. Космический пришелец называется. Ну ладно. Где там, кто там, что там. Ну понятно, начинается, как всегда, с космических вот этих вот лунатиков. Да елки-то палки. У меня больше ничего нет, ребят, кроме вот ружьишка. А поэтому приходится мне вот так вот бомбашить. Давай, медвежонок, бросай свои бутылочки эти. Коктейль Молотова свой. Они горят, да, они горят потихонечку. Я думаю, что это все-таки хорошо. У него получается дальняя дистанция. Баба Клава у нас как делает? Только вблизи. А медвежонок может, вот видите, издалека стрелять, и очень хорошо. Так, что нам там? Дождик достался. Бомба-вонючка, вообще шикарно. Я, наверное, вот так сделаю. Медведь, бросай свои бутылки. Может быть, когда мы его прокачаем, он будет быстрее их бросать? Как вы думаете? Так, секунду. Улей нам достался. Пол волны уже прошли. Сейчас быстренько перезарядимся. Можно бросить бомбу-вонючку. Здесь вроде бы скунсов нету. Так, что нам там? О, арбалетик. 4 у нас стрелы для арбалета есть. То есть 4 выстрела. Я могу вот так еще сделать. А ну-ка. Опс. Опс. И еще одна бомба-вонючка. Так, погоди-ка. Ах, кончилось. Ладно, давай тогда вот так жарить. И бомбу-вонючку сюда бросаем. Еще нам достается космо-ружье.
И все, это последние братки, которые на нас нападали. Нам возвращают наше барахло, как говорится, и мы продолжаем. Сколько у нас? 41 тысяча. Давайте-ка мы с вами улучшим нашего медведя. Вот так приблизительно это будет. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте будем закругляться с вами, да? Всем большое спасибо за просмотр. Вы мне напишите еще раз, прошу вас, кто лучше, баба Клава, сосед Вася или медведь. И мы будем уже использовать их по мере, как говорится, тот, кто лучше. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Босс, как говорится, не за горами.